Мипа сейчас один из самых метовых героев патча, и тем печальнее, ведь я достаточно редко захожу поиграть в доту, а когда захожу, героя банят. Но сегодня мне удастся взять этого героя аж два раза, и вы увидите, почему же он настолько силен. Чуваки, вы видели, что я сделал или нет вообще? Куда? Так это пол хп не было, а на тычку замахнуло. Сыграл я, кстати, две игры, потому что вы просили так делать. В общем, не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, ну а мы начинаем. This one is in the back. Так, ладно, чуваки, ну чё там? Жесткая катка или какая бы еще? Добрая. Грустно. Выглядит реально добро. Время золота! Ну не так, конечно. Да, тише. Да, все будет. Дай бог мы в Тускара с Верки стоим. Я очень не хочу против Верки стоять. Пожалуйста, скажите, да, что я против Панга. Я очень на это надеюсь. Слава богу. Раньше Пангалер был достаточно жестким контрпиком мипа, но сейчас второй спел переделали, и теперь там нету резиста. Вместо этого щит, что гораздо слабее против мипа, хотя герой стал более метовый, что странно. Задумал он что-то на то. Сколько крипов у вас, чуваки? Не буду говорить. Ты понимаешь, я тебя на одном хп держу просто. Захилься, пожалуйста. Вообще с таким стартом можно даже и пуф подкачать. Тут я качнул пуф вместо сетки. Все дело в том, что все слишком хорошо пошло с самого начала, и я решил, что эту игру я выиграю даже без убийства на миде, хотя они в дальнейшем будут. Ну вытащите? Тебя катка, Миш, на тебя. Вытащите? Мы жестко... Ну ладно, я жестко тащу команду к победе. Я не знаю, встаньте центр, если не можете. Встаньте центр, просто не фидьте. План в следующем, чтобы вы просто не фидили и все. Ща, левел 4. Если что, я против ВРки вообще ничего не делаю. Там ну, невозможно что-то и сделать. У нее из-за того, что миссы, а у меня сетка очень поздно, я не, ну, никогда ничего в игре не сделаю. А ты лови, типа, обкрутом, понял? Вокруг него встаешь, его связать не могу. Ну чё такое? Чуваки, не фидоньте, я вас прошу. Реально, ну чуть-чуть мне нужно в этой игре просто покачаться. Встаньте центр кто-то. Встань центр, ты не будешь фидить в центре, и все нормально. Да, мы должны были линию 100-0 где-то выиграть такой. Тише. Сейчас будет. Нету аппаратов. Там колбы. Стой на ВРке. Давай. Я пойду мипа помогать. Куда? Иди ты, ботис. С тобой шансов мало. У меня, ребят, все, в принципе, ну, я так понимаю. Ой, вы еб... Пацаны, давайте, делайте. Третий. А, уже. Ну, пацаны. Далее уже не обсуждаем. То, что происходит дальше, это не важно. Верки в боте есть. Да нормально, она это, как сказать. Не будет скоро за вас деньги получать просто. Крипа забей сразу. Че будет? Ну добей крипа, я от тебя отпрыгну и ультану в него. Деньги, мы слабейшая дуо на этот игре. Тэп возьми. Чё думаете, чуваки, вы видели, что я сделал или нет вообще? П нажал. Яку в тебя нажали. Ну да, это тоже. Это конечно. Это-то понятно. Это-то понятно, чтобы себя бы не вызвал. Но я подумал, ну это база. Дефолт трон, это, ребят. В трон. Вы в трон идешь. Давай. Скилл. Ну вот это зря. Но он не будет. О, да, ты еще спасти, да, захотел. Да, была попытка выфорстафовать его. Надо у меня очень мало хп, ребят, на этой стадии игры. О. Я бегу.
И в меня ультану. Я бегу, я бегу. Чё, бей её, бей её. Так она в виндрайне. Нету. Я подойду. Я шторму оставил. Вот это да, вот это на скилле, вот это он скилл показал. Я с портами лучше делаю. Наш. Наш, наш. Две секунды у него откатится. Вай! А ему... Синики, качать иншей. Смотри в миде. Смотрю. Мы сейчас драться там будем. Бедный мадам. Давай, подойди, подрай. Ну... Кто? Небер крякера. Прыгнуть хочет. Ты к нему. Да надо. А это он в кого нажал? Это он в меня, который на базе. А ты что вытворял, то есть? Троллил. Там. Я его не добил, потому... А чё флоу? Я не добил, next! Там я просто ещё поймаю кого-то, скорее всего. Вот это, вот это. Хороший снайпер крекер. Я не знаю, это неполноценная игра. Надо ещё одну. Игра оказалась достаточно лёгкой, поэтому мы пойдём next. Вторая игра обещает быть более интересной. Ну, возможно. Это... До душа. И выживет. Нет, я сделал. Легенда. Да сколько мо... А? Ну, у меня нету помочь, ты понимаешь? Это тизер. Знаешь, если бы меня машина не сбила, я бы выжил. Джинс. Байс. Нах ты байнулся. Ну ты же полетел. И чё? Мы заканчивать идём. Ну притизерись, я умоляю. И чё? Пожалуйста. О, это мне? А вот эту? На видео. На видео, реально. Я видео снимаю. Вот. Моё. И этого. Трипл. Этого тоже мне, да. И этих. Ох ты ж. Не успею. Эш. Не баш только. Извините. Вот ты чё? Скипить будешь, может? Победа, гофтрон, бегом. Называется пати-катка. Пати for everybody. К большому сожалению, я забыл включить вебку во второй игре, но я думаю, тут ничего страшного, поэтому да. Приятного просмотра. А чё за они драфтанули, я бы их на старыми порядовал, мне кажется. Старый это какой? Там короче, мифа через два бунда, два драгонланса. Не, в свое время, когда вот очень жесткий был абит на мипаре, я прям смотрел и думал, жесткий, он там вообще пиздец, он там каждый момент выдрачивал настолько, что хотелось играть в компьютер. Он, короче, ну я рассказывал, он, короче, закупался... И он пытался супер-мега-ультра-фаст ПТ там на третьей, на второй минуте. И вот когда... Ну, это мипарь был на мипарь был на третьем уровне, и, собственно, что делал этот чувак? Как только мипарь апал, он тэпался на базу, продавал все вещи, которые у него есть в инвентаре, и покупал себе ПТ-шку. Это было... Да, ты рассказывал. Было пиздец. Миш, в резбенд? Я сказал, делай. Не-не, я не буду делать. Что, что ты это в резбенд? Ты покупаешь рецепт, чтобы получить 3, 2 брони и 5 скорость атаки. Так а зачем это? 2 стата не нужно. С того момента ты не качаешь, Миш. Мои. А я знаю, у меня пуф. Ты в резбенд доносишь. Ну, да не, не качаешь, потому что я буду. Говна. Мне кажется, все доносят в резбенд, потому что семипарь просто метовые челы шарят. То есть играют вообще все. А если бы играли за дроты, то... Ты можешь ботл купить и ботлить второго. Ну просто я бы понял на линии, что типа на линии ты долго будешь клона получать, и тебе в резбенд как нормальному герою работает. А когда ты стоишь на миде, так чё, нахуя он нужен-то?
Шли гусь нажимал. Ты ж пташку делаешь. Не, я посмотрел сейчас трех челов на мипу. Всем с фрейдбэнами, да? Они все себе доносят. Блять, не донесу, я вред. Я вредина. Не, я посмотрю после игры, конечно, разборка будет по фактам, но пока что фрейдбэнд меня не устраивает. Сюда микрокрипик блок, ничего страшного, это играбельно. Бабка сильный мидер, быстро кто-то кто-то сильный, она убивает меня. На каком уровне она меня может убить? Я с джавелином. Нет, с джавелином вряд ли. Джавелин 900 веска, вряд ли 900. А это та самая, которая диффуз на 8 приводит и нихуя скорость атаки еще была сейчас. Бодро, вяло. Давай вот этого. Ладно, давай. Я оставил. Моя команда, это моя тимка. Ты папа арбуз. Чуть-чуть надо вот капельку. А как у нее пол хп не было? Как она заранее атаковала? Чит с щитами играет, на миди читер. С читерами, думаешь? Да, читер. Она на миде. Пались против читера. Так это пол хп не было, она тычку замахнула, думаю, чего. С щитами каждый может. Она, а выходит абадон, я его удаляю. Ой. За тупость. Я бы добил. Эта тычка все равно больше, чем у меня. А что мне купить? Купи слона. Себе ДМГ. Вы видели ДМГ вообще у героя? Я играл уже. И ботл делают, да? Она ботловик? Она ботловик. И просто курьер потерялся там. Не, она, видимо, не добила. Я просто только против четверок стоял. Мы же с тобой, Никит, стояли против четверки с Снэкфайр на тет. Не помню. Она печеньку на себя может кастовать в сетку? Не, может. Но печеньку не качают. Там не качают. Бывают крайние случаи. На левеле 4. Ботал бы я жить. Все, воу. Ну ладно, если не качают. Даже скорость атаки там. Я уже посмотрел. Где вот тут возьму? Я там дорогая еба. Птичка 80. Разблочь пока. Ладно, это ботяра. Или это отец? Не, ну там я просто затыкал вообще даже. Молодец. Даже игры не было в доту. Пробуй. Красавчик, Миш. Я так понял, она не убьет меня с расказа, только потому я что... Я в следующей не... катке тебе в руиню. Если вы на нелайн пойдем. Идите хоть. Я не хочу убить. Ну разбойся. Надо было просто дождаться. Не, так. Что ты дал мне? Руиню сейчас. А что это за... Дерево выросло. Спротеин дешевый. Так там за 600 закрыть можно. Она пачку теряет, конечно. Что просто... Смотри, смотришь? Вот пойдешь? Ладно. А он 6 раз уклониться успел. Грустная бабка какая-то. Вот это что происходит? Почему? Я после... Два уже. Ботинок. Урды. Если я успею отойти, по-моему, я просто еще раз. Огонь. Так он... Там... Вот сюда надо. Там ты. Наш тебя увидит. Летит. Абадону строго... А, если тебя еще вот так сделаю... Уже не пол. Абадон улетает. Слышь, гой. Спасибо за пуск. Ях! Иди качай. Там
И там 50 героев. А ты убил? Выжил? А может, я вообще, выстрел? Я вообще это... Иди сюда, я тебе дам. Переложи. Ой. Бабка не скрыч. Сейчас Владимирку тебе уже купил, пошли закончим. Бля, конфета какая-то вместо хука. Тэпаются или не? Не-не. Если что, с хука. А Бадон ушел, он бы тэпнулся. Он без ТП. Че, будем драться или не? Я так пошли. Тут... Ой, вообще классно тут, я наказался. Причем бы. Тоже лечу. У тебя вроде не было циркулятки в стартовом бое. Немножко другое. Миша, ну-ка. Миш. Да. Все, я пошел. Давай, давай, я пойду. Вошел просто. Моя очередь. А не, есть шестой? Нету. А что ты говоришь? Еще что скажешь? Ой, ничего тупее в жизни не... У меня еще пуф КД, я его припуфал именно, я вообще... Боя, боя. А ты не делаешь как баха потно? Типа на три линии? Нет, что я хочу, я все потом уже... Не-не, в лесу сводит два кемпа и пуфы. А, делаю. И сетку кидает. Да, и сетку кидает. А то крипы понимают эту аферу и уходят. Нет, ну не понимай. Надо убить его за это. Мне никто не поможет ему. Ну, дровку. Дровку можно. Дровку. А, РП дашь? РП? Миш? Не, никакого там? РП, никакого РП. У нас челлендж теперь по аганим. Штормально. Вот ты продал аганим? Нет, слава. У него только ПТ куплен. А, это не тот. Че, надо эту хуйню донать? Рошана надо задонать. Удаляю. Всеми, ударь всеми одновременно. Нет, это мой тавер, я до него доп... I'm going! Go, guys! Да гоу, ну пожалуйста, мне вообще же похуй, я хочу... Там Абадон летит. Не-не, Абадон прилетел. Оп! Ты чё там снял, братишка? Да гоу-гоу. Да гоу-гоу. Слушай, Миш, там... О, так, да? Ну это те сами, господи. Ещё уже подскажу. У Рубика плохая кнопка, очень плохая. Тебе не понравится, Миш. Мне вообще ху... Мегамипа? На голосу там немножко. Мне проще всего, когда... Иди с Владимиром. Иди, ты не очень плохая. А чё там? Что там? Я хочу уже узнать. Ты смотришь? Что это за... Они сильнее, чем мы, или что это? Почему они идут? Почему сейчас вот это происходит? Он выживет. Годрак. Я ничего не понял. Так он умер. Ну ладно, давайте. Гоу, у нас есть глиф. Мы... Тает? Тает, ты притепаешься? Давай, лечу. Глиф. И ты нахуй. Это случайность, это полная. Это рел, Миш, у нас настоящий. А на ТП нажмёт, что делать будем? Ой, что ты сделал? Тишь. Ладно, на Тайде хорошо пробил, красиво пробил. Я б хукнул её, как вот этого. Ну не уйдет, уже не уйдет. Не-не-не, бро. Это уже вряд ли. Сейчас я кураж куплю. Ну, а потом, когда ты кинешь... у тебя фуловый мипа будет, да. Получается. А как у тебя сетка работает? Я придумал Арквардена в режиме бога. Рассказывай. Реально. Ребят, хукнул. Джинсы просто идет один. Рубик что-то плохое украл. Роб. Курнул навоз. Ешь. Что ты далеко троллишься, что-то? Да я так просто. Вообще. Ты можешь, Миш, делай. Вот тебе луну надо. А, луну стоп, вообще. Ой, все, давай. И блинк всеми. Не, всеми нельзя. О. А вот этот что? Как он? Я
Кебаб шампур пол. Ну ладно. Три байбека. Не помню, на 25-м талант не скрипнул, кол дал, что до 30-го левела качаемся. Че ты так сильно хотел этот талант на Ravage? Так он... Там барахольщик, знаешь? И я переложил какую-то шмотку, по-моему, я в скаде переложил, а оно не работало в барахольщике. Прикинь? Не твое, наверное, было? Не-не, мое. Дайте килл. Сломанная дота. Не чинят, сука. Он так хотел на ладони. Так хотел. Нет, ты думаешь, ты выживешь, реально? Го дальше. А тебе вообще похуй. Еще и закопается сейчас. Там еще фонтан с плюшой урон наносит, Миш. Да? Молнии. Он рубил. А, Миш, бустил. Так смотри, сколько она дает хп урона. Да, это еще тебе. Ну, сотовая? Смотри, сколько.